Среди населения ходят слухи о дефиците и скором повышении цен на сахар. Власти это опровергают, подчеркивая, что причин для запасов впрок нет. Во-первых, слухи не имеют никакого основания. Второе, ситуация складывается так, что пустые полки магазинов, которые, в некоторых магазинах, где этот сахар изымался в связи с этим спросом, связан именно с тем, что поставщики не были совсем подготовлены данным такому резкому скачку спроса, но это не говорит о том, что у нас сахара нет. Сахара в области и в стране предостаточно. Комментируя видеозаписи из магазина в Брестской области, представители власти призывают не поддаваться общей панике и не верить слухам, которые распространяются в интернете. Ситуация с ценами на сахар контролируется. По информации Министерства антимонопольного регулирования торговли, подтвержденной Белгоспищпромом и основными производителями, поднятие цен на сахар не планируется. Цена стабильна, торговая надбавка тоже стабильна.